Здравствуйте, Анна. Телеканал Катунь-24 и компания «Алейск Зернопродукт» дарит вашим питомцам вот такой полнорационный, настоящий и натуральный корм. С наступающим вас Новым годом! Спасибо, Дмитрий. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, а также всех зрителей канала. Белые, пушистые и зимой практически незаметные. Эти белоснежные красавицы буквально сливаются со снегом. Даже во время съемок наш оператор не мог навести фокус на этих питомцев. Зато красоту этих собак заметили и по-настоящему оценили подписчики телеканала Катунь-24 в соцсетях. Знакомьтесь, победительницы марафона телеканал Катунь-24, самоедские собаки Даша и Берри. А вы знаете о том, что вы стали символом наступающего Нового года? Ваше ощущение? Просто буря эмоций, она говорит. Анна Новосельцева, хозяйка этих красавиц, давно мечтала завести таких питомцев. Нашла их на сайте и решила, надо покупать. Самая младшая – Дарья, ей сейчас 3 года. А вот Берри на 2 года старше. На первый взгляд, очень похожи друг на друга. Но все-таки разные, и не только по возрасту. У каждой свой характер. Даша очень спокойная собака, терпеливая. Потому что и ребенок всяко-разно на ней лазит, и за уши треплет, и за хвост таскает. Но она все терпит, прям мужественно. А Берри, она более игривая собака, активная. Вот, ну и, в общем, сильно разговорчивая, как вы заметили. А еще эти символы Нового года ведут активный образ жизни. Участвуют в выставках, в пеших походах и благотворительных акциях в помощь больным детям. Но, несмотря на такую активность, все-таки Даша и Берри больше любят поспать. Они встают тогда, когда я их бужу вообще. Вот, как бы бывают даже случаи, когда я уже все собралась, а они спят и даже вставать не собираются. То есть за Соней? Да, за Соней. Сейчас Берри и Даша готовятся к Новому году. Специально для белоснежных красавиц она сошьет новогодние колпаки. И без фото в праздничную ночь никак не обойтись. Еще бы, ведь наступающий 2018-й – это их год. До Нового года осталось совсем немного, всего лишь 10 дней. И символ 2018 года – собака. И Дарья, и Берри поздравляют вас, телезрители, с наступающим Новым годом и желают вам самых ярких и запоминающихся событий. Дмитрий Будков, Денис Кузьменко, Дарья и Берри. Новости.